Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть независимая, ветвь власти в России, так же, как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно, это... достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не очень даже, я просто не знаю деталей. Если она что-то написала в своих смс-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя никакой тайны большой. Я, честно говоря, не очень понимаю. Я постараюсь в этом разобраться, посмотреть на суть этих претензий, которые были к ней предъявлены в конечном итоге судебной инстанции.